Новые персональные беспилотные летающие авто на земле и в воздухе. Подробности о роботе Илона Маска. Домашний робот для инженеров. Новости Boston Dynamics и другие яркие события из мира высоких технологий в одном выпуске. Полетели! Британская компания Bellwether Industries провела первое испытание прототипа летающего двухместного автомобиля Volar, построенного в масштабе 1 к 2. Мультикоптер вертикального взлета и посадки будет летать со скоростью более 200 км в час на высоте 900 метров. А пока его прототип совершил в Дубае управляемый полет со скоростью 40 км в час на высоте около 4 метров. Полномасштабный прототип шириной 3,2 метра будет рассчитан на 4 пассажиров. Время полета на одном заряде будет равно 90 минутам, а максимальная нагрузка — 600 килограммам. Электрическая силовая установка в виде туннельных вентиляторов спрятана под корпусом и включает 4 двигателя. Согласно плану разработчиков, гиперкар для полетов внутри города Volar поступит в продажу к 2028 году. Илон Маск, отвечая на вопросы в подкасте Лекса Фридмана, рассказал подробности об андроиде Optimus от Tesla. По словам Маска, робот Tesla Bot сможет развить индивидуальность и стать для человека чем-то большим, чем просто аппаратом для выполнения скучных повседневных задач, вроде походов по магазинам. Я думаю, возможности тут бесконечные. Для Tesla это не совсем первоочередное направление по ускорению перехода на возобновляемую энергию во всем мире, но крайне полезная вещь для человечества. Робот-гуманоид, способный взаимодействовать с миром и помогать различным образом, сказал предприниматель. У Starlink не получилось войти в Индию, компания возвращает деньги тем, кто оформил предзаказ. У компании были наполеоновские планы на регион. В течение 2022 года Starlink намеревался продать в Индии 200 тысяч терминалов, однако лицензии на работу в Индии у компании нет и когда она появится, неизвестно. А 7 января пользователи Starlink столкнулись с глобальным сбоем. Спутниковый интернет SpaceX перестал работать по всему миру примерно на 90 минут. Компания не комментирует инцидент. Tesla решила создать 3 уровня агрессивности для своего автопилота. Теперь водитель сможет выбрать подходящий стиль вождения своего авто из режимов Chill, Average и Assertive. Они определяют поведение автоматики при перестроениях на магистрали, сохранении дистанции до едущего впереди автомобиля, а также специфику преодоления перекрестков. В частности, наиболее агрессивный Assertive режим позволяет электромобилю чаще перестраиваться на многополосных дорогах, дольше оставаться в крайне левой полосе, проезжать стоп-линию без полной остановки, а также проскакивать перекресток при горящем желтом сигнале светофора. В Токио скоро начнет работать робот-доставчик Mighty от компании PiezoSonic. Робот может эффективно передвигаться по ровной поверхности, преодолевать препятствия, включая лестницы, менять свою траекторию и разворачиваться на месте благодаря 4 колесам с независимым приводом, способным поворачиваться на угол до 90 градусов. Для навигации Mighty использует GPS, камеры и лидар, избегая столкновений с различными непреодолимыми препятствиями и пешеходами. При собственной массе 25 килограммов робот может перевозить до 20 килограммов полезного груза, перешагивать объекты высотой до 15 сантиметров, подниматься по склонам с углом наклона до 15 градусов и разгоняться до 10 километров в час. Полной зарядки аккумулятора хватает на 4 часа автономной работы. Компания Cadillac представила беспилотный концепт Car Inner Space. В просторном салоне размещено комфортное двухместное сиденье, которое можно раздвинуть, а вместо панели приборов под лобовым стеклом установлен крупный изогнутый экран бортового компьютера. Информационно-развлекательная система под управлением OS GM Altify может быть расширена по желанию клиента. Биометрический ввод и интерфейсы, управляемые искусственным интеллектом, позволяют пассажирам выбирать впечатления от поездки, включая взаимодействие с дополненной реальностью, развлечения и восстановление здоровья. Электромобиль может похвастаться шинами Goodyear, изготовленными по технологии Sound Comfort, благодаря которой снижается шум при езде, а система Sightline предоставляет дополнительную информацию о давлении в шинах, их температуре и нагрузке. Концепт-кар Cadillac Inner Space является частью комплексного проекта Halo Concept Portfolio, в рамках которого ранее были представлены концепты одноместного электролета Personal Space и микроавтобуса Social Space. Компания Hewnet собирает на Kickstarter средства для разработки модульной роботизированной руки с искусственным интеллектом. Многофункциональное устройство предназначено для выполнения множества задач на работе или дом.
дома. От съемок видеоконтента до создания прототипов или лазерной гравировки. Роборука может поднимать до 750 граммов, ее диапазон 390 мм, а скорость до 500 мм в секунду. Модуль камеры AI способен распознавать лица, классифицировать изображения, обнаруживать объекты, отслеживать линии, распознавать цвета и многое-многое другое. К роботу можно подключить различные модули, например, мощный лазер для гравировки и резки, модули 3D-принтера с функцией автоматического выравнивания и держатели ручки. Хьюнит также оснащен встроенным вакуумным насосом, который можно использовать без дополнительного подключения. Пользователи также могут создавать свои собственные модули для любой задачи. Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов Японии разработала метод, который прогнозирует траекторию полета насекомых-вредителей. Он должен стать основой системы, уничтожающей вредителей лазером. Стереокамеры будут обнаруживать насекомых, нейросети прогнозировать их полет, а мощный лазер уничтожать. По секрету сообщим, прототипа пока нет. Boston Dynamics в этом году начнет поставлять своего робота Stretch избранной группе клиентов. Широкие продажи начнутся в 2023 году. За прошлый год инженеры компании превратили Stretch из прототипа, построенного в основном из частей, разработанных для Atlas и Spot, в готового к реальному внедрению робота. Робот умеет самостоятельно разгружать коробки с поддонов, ставить их на полки, формировать заказы из нескольких коробок из разных мест на складе и в конечном итоге загружать коробки в грузовики. Все, что нужно Stretch, показать заднюю часть трейлера, заполненного коробками, и он начнет работать автономно, помещая каждую на конвейерную ленту одну за другой, пока трейлер не опустеет. Художник Агнешка Пилот сделала роботов Boston Dynamics главной темой своих произведений и даже привлекла робота Spot к самому процессу создания картин. Художница предварительно грунтует и красит холст, а затем дает роботу указания через iPad. Одну из полотен, созданных совместно со Spot, Пилот удалось продать на аукционе Sotheby's за 31 500 долларов. Сейчас художница работает над коллекцией NFT произведений и пока не планирует расставаться с роботом. Интересно, что, как сообщают СМИ, Boston Dynamics, Autodesk, Virgin Galactic и Shack 15 пригласили Агнешку в качестве первого художника в своей арт-резиденции. А вы слышали что-нибудь про арт-резиденцию Boston Dynamics? Пишите в комментариях. Компания Everdrone, продвигающая беспилотники как одно из средств быстрой медпомощи, рассказала, что ее дрон спас жизнь человеку. Когда у 71-летнего гражданина Швеции случился сердечный приступ, дрон смог доставить на место дефибриллятор раньше, чем приехала скорая. Помощь смог оказать врач, случайно оказавшийся поблизости. Доставку дефибрилляторов с помощью дронов в Швеции тестируют уже несколько лет, причем в 64% случаев мультикоптер опережал машину скорой помощи. Итальянская компания Flying Basket приступила к испытаниям тяжелых грузовых дронов FB3, способных доставлять посылки весом до 100 кг. Стартап уже получил необходимые разрешения и заключил соглашение с Национальной почтой. Сейчас дроны компании перевозят грузы весом 25 кг над рекой в целях безопасности. Беспилотники могут нести посылки внутри грузового отсека или на внешнем крюке. Сам дрон FB3 весит 70 кг и способен оставаться в воздухе до 50 минут. Американский стартап Petra представил робота, способного бурить даже самые твердые породы бесконтактным способом. Полуавтономная роботизированная система Swifty сможет создавать туннели диаметром от 50 до 150 сантиметров в любых городах. Устройство взрывает породу с помощью горячей головки, которая находится под высоким давлением. На видеодемонстрации видно, как кварцит меняет цвет, обугливается и разрушается. Swifty использует машинное зрение, но все же требует дистанционного управления для выполнения своей работы. А еще это первый робот, который может выезжать из собственного туннеля. Стоимость работы Swifty почти на 90% меньше, чем у обычных бестраншейных методов. Также робот открывает доступ к ранее непригодным для бурения участкам. John Deere представил новый серийный беспилотный трактор 8R, работающий по принципу «запустил, забыл». Фермеры смогут мониторить работу техники через приложение, не выходя из дома. Система автономного вождения John Deere включает 6 пар стереокамер с обзором 360 градусов, вычислительный модуль и GPS-навигатор. Она картирует местность, собирает данные с полей и передает информацию алгоритмам, которые прокладывают новые маршруты и идентифицируют препятствия. Если беспилотник столкнется с чем-то неожиданным, он передает сигнал в центр управления, где оператор разберется с ситуацией и при необходимости свяжется с его владельцем.
месяцев. Waymo и китайский концерн Geely выпустят электрическое роботакси без руля. Минивэн спроектирует дочерняя компания Geely Zeekr, а интеллектуальными функциями беспилота его снабдит Waymo. У авто не будет руля и других традиционных элементов управления, это позволит добавить еще одно место для пассажира и сделает салон более просторным. Пол будет ровным, центральной стойки не будет, а сиденья станут полностью регулируемыми. Партнеры рассчитывают выпустить электрокар на дороге общего пользования для коммерческого использования в ближайшие годы. Умные колонки могут быть опасны. Когда 10-летняя девочка попросила Amazon Echo подобрать ей какой-нибудь челлендж, Alexa ответила: «Вот что я нашла в интернете. Воткни зарядник для телефона в розетку наполовину, затем прикоснись монетой в один пенни к оголенным зубцам вилки». После огласки этого случая разработчики сразу отучили колонку искать челленджи в интернете, но факт остается фактом. Британские военные испытали реактивный ранец Jet Suit компании Gravity Industries во время горных спасательных учений НАТО. Ранец оснащен двигателем мощностью 1050 лошадиных сил и развивает тягу 144 кг, разгоняясь до 80 км в час. Дальность полета составляет около 5 км, летное время около 4 минут, а предельная вертикальная высота до 3660 метров. Приземление происходит на небольшой площади. Это актуально, когда необходимо быстро оказать помощь раненому в горной местности. Сценарий учений предполагал, что солдата нужно извлечь из сложнейшей ситуации и оказать ему неотложную медицинскую помощь. Плазму крови должен был доставить пилот Jet Suit, который может мгновенно реагировать и быстро покрывать путь к цели. Пилот двигался по трассе. Илон Маск показал видео башни Мегазилла, которая будет ловить первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Высота башни 140 метров, а располагается она на космодроме Starbase в штате Техас. По задумке, при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. В будущем возвращать ракету-носитель будут только с помощью Мегазилла, заявил Маск. Британская компания Housebots совместно с университетом Уорвика разработала и представила робота HB1, способного передвигаться по вертикальным поверхностям, чтобы осуществлять инспекцию инфраструктуры и зданий, окрашивать поверхности и производить съемку состояния объектов. Благодаря уникальной системе всасывания робот может подниматься по неровным поверхностям и преодолевать препятствия, например, провода и гвозди. Робот может перевозить на себе до 6 кг полезной нагрузки. Радиус дистанционного управления HB1 составляет 30 метров от земли. Американский стартап Neuro, продвигающий рободоставку, представил нового робота-курьера с подушкой безопасности для пешеходов, установленной на внешней стороне робота. И нет, это не шутка. Робо-авто длиной менее 3 метров включает в себя два отсека для посылок с функцией поддержания заданной температуры. Для передвижения робот использует 5 лидаров, камеры и радары. Максимальная скорость авто — 72 км в час. База ВВС США «Трэвис» в Северной Калифорнии получила робот-манипулятор для обслуживания столовой. Роборука «Альфред», разработанная бостонским стартапом Dexy Robotics и в соответствии с текущим трендом, должна минимизировать передачу микробов и вирусов. Робот умеет автономно наполнять тарелки едой, перемещая необходимые в каждом конкретном случае ингредиенты из соответствующих контейнеров в миску. Манипулятор адаптирован к действующим стандартам чистоты кухни, оснащен машинным зрением и интеллектуальными системами для распознавания продуктов. Роботу требуется всего 8 секунд на добавление каждого ингредиента и считанные минуты на обработку одного заказа. Это не так быстро, как у человека-повара, но и не так уж медленно для робота. По данным производителя, Альфред выдает около 50 полных порций еды в час. В случае успеха испытаний система появится по меньшей мере в 10 столовых американских военных. Лаборатория высокопроизводительной робототехники Hyperlab и Калифорнийский университет Беркли представили новый квадрокоптер, способный изменять форму в полете. Дрон может сохранять работоспособность в 4 различных конфигурациях с возможностью устойчивого зависания в 3 из них. Это достигается без использования исполнительных механизмов, помимо 4 двигателей, типичных для квадрокоптера. Трансформация достигается за счет свободно вращающихся шарниров, которые позволяют рычагам транспортного средства складываться вниз за счет уменьшения или изменения силы тяги. Компания RichTech Robotics показала на выставке CES 2022 робота-баристу Adam. Это двурукий робот для приготовления кофе, как настоящий бариста. Руки робота двигаются одновременно и независимо, ловко манипулируя различными предметами. Из множества роботов, научившихся заваривать кофе, Adam выделяется именно дизайном. О других роботах с выставки CES 2022 вы можете узнать по ссылке в описании видео.
На международном конкурсе ANA Avatar X Prize дебютировал новый гуманоид Такаби. Исследовательский робот, созданный лабораторией динамических роботизированных систем Сеульского национального университета, разработка которого заняла 8 лет. Такаби высотой 180 см и весом 100 кг обладает 33 степенями свободы. Разработчики традиционно предлагают робота для использования в качестве спасателя и заместителя человека во всех опасных средах и ситуациях. Надеемся, мы еще увидим Такаби и на других мероприятиях и выставках. Японская компания TechTracer показала уникальный подход к автоматизации складских запасов с помощью робота SpiderGo, который сканирует товары, перемещаясь по направляющим на потолке. Роботы могут работать по 5 часов подряд, прерываясь на подзарядку всего на 30 минут. SpiderGo перемещается горизонтально и вертикально и сканирует не только штрих-код, текст, информацию RFID, метки на грузе, но также периодически выполняет физическую съемку груза. В итоге он автономно сканирует запасы, удаленно проверяет запасы в диспетчерской, отображает собранную информацию о местонахождении запасов в 3D, отслеживает кражи или несчастные случаи на складе в режиме реального времени, обнаруживает пожар и даже проверяет температуру и влажность на складе. Компании KDDI, ProDrone и Kisi представили систему из дрона и подводного робота. Беспилотник доставляет робота к месту погружения в специальной клетке, садится на воду за счет буев, прикрепленных к плечам, и опускает робота. Он погружается на глубину до 150 метров и передает оператору видео со своей камеры. После этого дрон забирает робота обратно, подтягивая его с помощью кабеля. Разработчики говорят, что их система подойдет для оперативной инспекции, спасательных операций и научной работы. Хотите быть в курсе робототехнических новинок? Подписывайтесь на канал. Стартап Extreme RC разработал гусеничный робот-вездеход Broly, который сейчас представлен на Kickstarter. При скромных размерах, всего 82 на 45 сантиметров, он оснащен шасси из алюминиевого сплава и двумя двигателями Hubbywing, позволяющими развивать вездеходу скорость до 64 км в час всего за несколько секунд. При этом Broly может превратиться в амфибию и передвигаться по воде. Гусеница в этом случае играет роль грибных колес. Российская транспортная компания FESCO может начать использовать роботов Stretch от Boston Dynamics для погрузки и выгрузки контейнеров в порту Владивостока. А также, как говорится в официальном сообщении компании, планирует использовать робота для таможенного досмотра грузов в порту. Stretch, способный за час перемещать 800 ящиков весом до 23 кг каждый, выходит на рынок в этом году, правда, пока только для избранных клиентов. Каждому из них придется вести переговоры с компанией Boston Dynamics индивидуально. В управлении FESCO находится 40 тысяч контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тысяч единиц. Флот группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Кэти Перри представила новый клип на песню «When I'm Gone», снятый совместно с диджеем Алеса и роботом Spot. Похоже, робопес от Boston Dynamics становится модным гаджетом и отвоевывает себе место на поп-сцене, в искусстве и рекламе. Компания PromoBot начала продажи своего робота RoboC2 с руками. Он умеет общаться, брать в руку предметы до 1 кг, указывает направление и пожимает руку. Сейчас в арсенале робота три режима движения руками. Базовая жестикуляция, движение по просьбе собеседника и движение по команде инженера-разработчика. В будущем его научат рисовать и писать. Также в арсенале робота, по словам разработчиков, порядка 600 вариаций мимики человека. Цена робота для музеев и торговых центров начинается с 2 800 000 рублей. Несмотря на весь скепсис, тренд на человекоподобных роботов, похоже, набирает обороты. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Представители НПО «Андроидная техника» сообщили, что работы над проектом «Маркер» завершены. Робототехническая платформа может автономно патрулировать территорию в течение 2,5 суток, преодолевая различные препятствия, включая броды глубиной до 80 сантиметров. Но самое главное, при разработке инженеры отработали технологию автономного группового взаимодействия наземных роботов. «Маркер» обучается возможности автономно перемещаться в пространстве и взаимодействовать с другими роботами, как на колесном, так и на гусеничном ходу. Пока разработку тестируют во время движения по заранее заданному маршруту, но впоследствии маркеры научатся строить маршрут до цели самостоятельно. В США прошли очередные испытания DARPA в рамках программы Offset. На них один оператор должен был справиться с роем из более чем 100 роботов и беспилотников, работающих вместе. Испытания проводили американские компании Raytheon Technologies и Northrop Grumman. Результатом первой стало одновременное управление 130 реальными дронами и еще 30 имитируемыми. Второй
второй компании удалось создать систему для контроля сразу 174 платформ. При этом целью Offset является создание программного обеспечения, объединяющего в единую группу до 250 различных наземных роботов и дронов. Руководитель программы NoFrop сообщил, что их оператору удалось контролировать рой до 3,5 часов. За это время роботы и беспилотники примерно за 20 минут обнаружили около 600 так называемых артефактов. Исследователи лаборатории робототехнических систем в Высшей технической школе Цюриха разработали для четвероногого робота Animal новую систему управления. Она позволяет роботу при ходьбе совмещать данные с камер с информацией, поступающей от ног, чтобы оценить, как лучше идти по пересеченной местности. Система как бы имитирует ощущения, подобные тем, какие получает при ходьбе по сложному рельефу человек. Когда данные хорошие, робот планирует заранее и движется быстро, но когда набор данных кажется неполным, зашумленным или вводящим в заблуждение, контроллер изящно деградирует до проприоцептивной локомоции. Это означает, что робот продолжает, может быть, медленнее и осторожнее, но все-таки двигаться. Крутые участки на скользком грунте, высокие ступени, осыпи и лесные тропы, полные корней. Animal преодолел 120 метров сложнейшей местности за 31 минуту без особых усилий. Прекрасный результат для робота. Инженеры из Китая решили сделать то, что не удалось в свое время Boston Dynamics, а именно четвероногого робота-носильщика для военных. Согласно китайским источникам, это самый большой в мире бионический робот на четырех ногах. Он может перемещаться со скоростью до 10 км в час и нести до 160 кг. Его потенциальные миссии включают транспортировку снаряжения и разведку в труднодоступных и опасных районах. Робот работает на электричестве и, как сообщается, может передвигаться по таким сложным поверхностям, как песок, высокая трава или снег. Китай решил создать спутниковую сеть 5G, которая будет конкурировать со Starlink. Реализацией занялся стартап Galaxy Space, который уже отправил на космодром первую партию спутников связи. В основу проекта ляжет протокол связи 5G, поэтому, по словам разработчиков, их сеть будет в 5 раз быстрее американского варианта, при том, что самих спутников потребуется в 11 раз меньше, чем у Starlink. Китайские разработчики представили электронную кожу, которая сможет обеспечивать тактильную обратную связь между человеком и роботом. Чаще всего операторы роботов-аватаров получают в качестве обратной связи только видео, в более редких случаях — передачу тактильных ощущений через довольно сложные и объемные системы в виде перчаток. С новой разработкой достаточно будет наклеить на кожу рук гибкий кожаный пластырь с множеством датчиков. Он поможет и управлять роботом удаленно, и обеспечит обратную связь. Видео испытаний пока недоступно. Ждем новостей по проектам. Профессор Ульсанского национального института Южной Кореи придумал, как преобразовать, фекалии в энергию, а затем начал платить студентам криптовалюты за то, чтобы они поставляли сырье для его разработки. Криптовалюту Чо Джен Вон придумал сам и назвал ее G-Gul. Студенты получают на карту 10 G-Gul за каждый поход в туалет и могут оплатить ими обед в университетской столовой. Все логично, учитывая, что лаборатория профессора подключена не только к туалетам, но и к системе отопления, в которой подается газ из отходов, а сухое вещество идет на удобрение университетских растений. Продолжим туалетную тему. НАСА объявила конкурс на изобретение туалета для полетов на Марс. Агентство обратилось не к крупным компаниям, а к обычным изобретателям. Они должны найти новые подходы к обращению с отходами и их преобразованию в четырех категориях: органические отходы, мусор, пенопластовая упаковка и переработка углекислого газа. Путешествие на Марс, как планируется, займет около 9 месяцев, так что отходов за это время накопится действительно очень много. У конкурса НАСА будет 24 победителя, каждый из которых получит по 1000 долларов. Лучшие решения могут быть воплощены НАСА в жизнь. Neuralink открыла вакансию директора по клиническим испытаниям. Вам придется тесно сотрудничать с самыми передовыми врачами и ведущими инженерами, а также первыми участниками клинических испытаний Neuralink, говорится в объявлении. Чтобы получить разрешение Управления по санитарному надзору США, компании надо сначала провести испытания на небольшой группе людей, а затем на более широкой группе участников. В недавнем интервью Маск выразил осторожный оптимизм по поводу Neuralink, сказав, что он надеется, что технология вернет возможность ходить парализованным людям.
Компания Houston Mechatronics переименовалась в Nauticus Robotics и представила широкую линейку своих роботизированных продуктов, главная цель которых — защита мировых океанов. Разработчики, среди которых много бывших инженеров НАСА, заявляют, что создали сложнейший, сверхустойчивый флот морской робототехники. В частности, в него входит робот-акванавт, работающий на электроэнергии и способный выполнять подводные работы с ловкостью человека, включая ремонт нефтепроводов или очистку морского дна. Робот-гидронавт, способный перевозить любые грузы или доставлять на место и спускать на воду других роботов в полностью автоматическом или дистанционно управляемом режиме. Третьей частью системы является полностью электрическая роборука. Она может сколько угодно долго работать на морском дне, поднимать тяжелые предметы или легко манипулировать мелкими деталями. Робот достаточно умен, чтобы работать автономно, или им может управлять кто-то за много километров от него. Хотите узнать о технологиях Intel для роботов? Подключайтесь к прямому эфиру на нашем канале в 11 утра. Гостями эфира станут представители компании Rootronic и Intel, которые расскажут про аппаратно-программные решения в области машинного зрения и искусственного интеллекта, а также программы помощи от Intel-разработчикам. Узнаете все о RealSense, Intel Nuke последнего поколения, OpenVINO и других продуктах, используемых в роботостроении по всему миру. Ссылку на эфир оставим в описании видео. В Японии совершил свой первый рейс 222-метровый роботизированный паром. Судно самостоятельно пересекло Японское море и пристыковалось без участия людей. Паром Soleil двигался в автономном режиме с максимальной скоростью 48 км в час. Длина маршрута составила 240 км. Навигационная система парома включает GPS, инфракрасные камеры для обнаружения и уклонения от других судов круглосуточно, систему мониторинга двигателя и автоматизированную систему швартовки и отшвартовки. Компания Кука представила свою новую выставочную ячейку Club Кука, которая сочетает в себе развлечения и робототехнику с технической точностью и художественной ценностью. В общем, шоу-ячейка является домом для крутой группы под названием KJs. KR3 Agilus за барабанами задает ритм, KR Cybertech Nana работает диджеем, а KR Agilus выступает в роли художника световых инсталляций. Кроме того, есть ILB Raiva, которая следит за вечеринкой роботов с потолка. Устроители зимних Олимпийских игр 2022 года показали одно из самых удивительных мест олимпийской деревни — столовую. Отвечать за дезинфекцию и логистику, а также доставлять и готовить еду там будут роботы, а места для приема пищи организованы так, чтобы обеспечить максимальную защиту спортсменов от риска чем-либо заразиться. Компания Shadow Robot показала новое видео своей, самой совершенной, по словам разработчиков, системы телеуправления роборуками. Контролировать руки робота можно удаленно из любой точки мира. Компания заявляет, что ее система обеспечивает беспрецедентную маневренность при выполнении любых опасных или сложных манипуляций. Роборуки точно имитируют движение пользователя, а управление ими практически не требует обучения. Жаль, что о реальных применениях пока не слышно. Исследователи Мичиганского университета представили протез ноги с искусственным интеллектом и открытым исходным кодом. Подробностей еще нет, но известно, что разработчики заключили соглашение с компанией HumaTech, занимающейся вспомогательными технологиями. Целью сотрудничества является ускорение разработки управляющего программного обеспечения для роботизированных протезов, которые потенциально могут обеспечить пользователям протезов силу и естественную походку человеческой ноги. Компания Arrival показала, как организовано производство ее электрокаров. Умная фабрика Arrival довольно компактна и состоит из нескольких робокластеров, включающих манипуляторы, выполняющие отдельный набор операций. Связь между кластерами осуществляют мобильные роботы. Представители компании рассказали, что сами создают софт для стандартных промышленных манипуляторов. Корейские инженеры попытались точно воспроизвести строение руки человека в роботе. В результате получилось ILDA — Integrated Linkage Driven Dexterous Anthropomorphic — роболадонь с 20 суставами и 15 степенями свободы. Кончики металлических пальцев способны на усилие в 34 ньютона или около 3,5 килограммов. Устройство длиной 23 сантиметра весит около килограмма и способно контролировать прикладываемые усилия. Во время испытаний ILDA продемонстрировала способность поднять яйцо, не разбив его, расплющить банку из-под колы и даже умело орудовать ножницами. Разработчики планируют, что их роборуку можно будет комбинировать со многими существующими коммерческими роботами-манипуляторами. Это станет возможным в том числе потому, что все компоненты системы интегрированы в саму руку и у нее нет внешних частей или модулей. Также успеху проекта способствовало использование инновационного рычажного механизма, позволяющего каждому пальцу иметь 3 степени свободы. Такая конструкция может заинтересовать и изготовителей
изготовителей умных протезов. А как вам новая роборука? Пишите в комментариях. В Берлине робот-аватар заменяет ребенка на уроках. Из-за тяжелого заболевания легких 7-летний Джошуа Мартинанджели не может посещать занятия лично, но благодаря роботу он остается частью своего класса и поддерживает общение не только с учителями, но и друзьями. Пока роботы-аватары доступны в единственном округе Берлина – Марценхеллерсдорф, и то в количестве 4 штук. Но в будущем, как надеются местные власти, идея получит распространение. Американский стартап Zeva показал первые испытания своего одноместного самолета Zero с оригинальным дизайном. В ходе 4 беспилотных полетов разработчики проверили контролируемое зависание, имитацию руления на малых скоростях и маневры вертикального набора высоты. Аппарат вертикального взлета и посадки после набора высоты летает горизонтально. Предполагается, что его максимальная скорость будет достигать 260 км в час, а максимальная дальность полета — 80 км. Компания анонсирует стоимость разработки в 250 тысяч долларов и готов открыть предзаказ на самолеты уже этой весной. На МКС доставили на испытание устройство BioPrint First Aid, способное печатать пластыри на теле космонавтов из их собственных клеток кожи с помощью специальных биочернил. Устройство компактное и не требует внешних источников питания. Пластырь на месте травмы создается почти в режиме реального времени. Внутри устройства клетки кожи смешиваются с двумя биогелями и создают покрытие, похожее на гипс. Технология позволит космонавтам меньше зависеть от поставок медикаментов с Земли. Компания PromoBot представила свой новый продукт — PromoBot Vending. Это роботизированный комплекс, состоящий из стойки, терминала самообслуживания, кофемашины, фризера для приготовления мягкого мороженого, аппарата для приготовления газированных напитков, а также роботизированных рук-манипуляторов для передачи мороженого и напитков клиентам. Коммуникацию с клиентами осуществляет робот-кассир с реалистичной внешностью. Сейчас компания принимает предзаказы. Как сообщил Алексей Южаков в своем Instagram, рабочий прототип появится в марте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.